Также глава Дагестана принял у себя делегацию богословов, общественных деятелей, представителей СМИ из Ирака, Ливана, Сирии. Рамазан Абдулатипов поприветствовал гостей и выразил уверенность в том, что такие визиты играют большую роль в укреплении мира, носят взаимообогащающий характер. Стороны обсудили вопросы, касающиеся политической ситуации в мире, роли религии в современных реалиях, возможности достижения максимально выгодных для мирного развития договоренностей. Гости республики выразили благодарность руководству Дагестана и страны за ту свободу вероисповедания, которую они увидели. В качестве доказательства были приведены количество мечетей и уровень преподавания исламских наук в Дагестане. Глава республики поблагодарил гостей и выразил готовность к любым формам сотрудничества, позволяющим стабилизировать ситуацию в мусульманском мире. У нас есть такой великий русский писатель Толстой, Лев Николаевич. Вот он сказал: плохие люди давно объединились, а хорошие люди никак не объединятся. Поэтому мы рады, что вы приехали, что мы объединяемся, что мы вместе. Значит, тем более, вот как сказал наш лидер Владимир Владимирович Путин, что мы в Сирии боремся против врагов России. В завершении встречи стороны обменялись памятными подарками.